Мы мечтали, чтобы наш ребенок свободно бегал, прыгал, ездил на велосипеде, на перегонке со своими друзьями. Мы верили, надеялись, искали и нашли свою синюю птицу. Центр «Синяя птица» на спортивные занятия мы ходим уже в течение 3 месяцев и достигли очень хороших результатов. Мы уже научились кататься на велосипеде, Вадим сейчас осваивает ролики, ему это очень нравится. Также расширился рацион питания, увеличилось количество спонтанного поведения. Он получает большое удовольствие от занятий спортом, и это самое главное. Свой путь мы начинали 3 года назад с небольшого развивающего центра для детей с аутизмом. Совсем недавно мы обратили внимание на важность физического развития детей с особенностями развития и после общения с зарубежными коллегами решили открыть у себя в городе первый спортивный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нам всего 3 месяца, но у нас уже есть высокие результаты, которыми мы гордимся. У нас была серьезная деформация нижних конечностей, у нас улучшилась координация движений. Мы похудели за это время, и общее состояние девочки значительно стало лучше. Несмотря на небольшое количество ресурсов, нашими специалистами центра «Синяя птица» были достигнуты огромные результаты. Мы не только смогли улучшить общее состояние детей, координацию каждого ребенка, но и скорректировать их поведение. Помимо сильных занятий с тренером в спортивном центре, наши дети принимают участие в соревнованиях по черлидингу, и в нашей копилке уже не одна золотая медаль. Теперь мы много путешествуем, потому что мы начали участвовать в соревнованиях по парачиру. В июне этого года Николай занял 2-е место по Южному федеральному округу. И сейчас мы собираемся в Сочи на чемпионат России. Своими небольшими победами мы доказали важность и необходимость занятий спортом для детей с особенностями развития. Открытие первого профессионального спортивного центра в нашем регионе для детей с ограниченными возможностями здоровья позволит нам помочь еще большему количеству детей и ввести спорт в жизнь каждого ребенка. Мы идем вперед каждый день к новым победам. Мы продолжаем верить, надеяться и мечтать.